«Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Поездка. Сафар. Рабочая поездка. Иш сафары. Рабочая поездка. Иш сафары. Ради Хабиров совершил первую рабочую поездку на предприятие Башнефти. Ради Хабиров бірінші іш сафарын Башнефть ұйышмаларына ясады. Ради Хабиров совершил первую рабочую поездку на предприятие Башнефти. Ради Хабиров бірінші іш сафарын Башнефть ұйышмаларына ясады. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски».